Снежный зайчик. День был теплый, снег был мокрый. Вышли ребята во двор. Что делать? Давайте что-нибудь из снега сделаем, предложил Коля. Я, например, думаю настоящего снеговика вылепить. Правильно, поддержал Саша. Я медведя белого сделаю. Женя подумала и придумала. У меня слон будет небольшой, с хоботом. Катя, самая маленькая, сказала, а я буду зайчика лепить. И пошла работа. Сначала ребята накатали из липкого снега большие шары. Потом каждый стал свое лепить, кто что задумал. Раньше всех Коля своего снеговика закончил. Замечательный получился снеговик с метлой в руке, с ведром на голове. У Саши белый мишка вышел как живой, с палкой, клюкой в лапах. Женя небольшого слона сделала с хоботом, а самая маленькая Катя лепила-лепила, но так и не получился у нее зайчик, кучка снега и все. Когда все налюбовались на свою работу, Коля сказал: «Давайте еще лепить. Я, например, хочу Деда Мороза сделать». «А я Снегурочку!» – крикнул Саша. Женя подумала и придумала. «Я построю снежный домик с ледяными окошками». А самая маленькая Катя тихо сказала: «А я буду зайчика лепить». Вот и новые фигуры на дворе появились. У Коли очень хороший Дед Мороз вышел, с белой бородой и зеленой елочкой в руке. Рядом с Дедом Морозом Саша свою Снегурочку поставил. У Снегурочки ледяной кокошник и косы длинные до земли. Женя для Бобика прекрасный домик построила с печкой, с высокой трубой и прозрачными ледяными окошками. А самая маленькая Катя лепила-лепила зайчика, а он вдруг упал и рассыпался. От работы раскраснелись ребята. Чем дальше, тем больше хочется сделать. «Я ракету строю!» – кричит Коля. «Я спутник!» – кричит Саша. Женя сразу придумала: «У меня космонавт будет в скафандре». А самая маленькая Катя не плакала, только чуть слышно прошептала: «А я буду зайчика лепить». Спутник готов. Вот он с длинными антеннами из прутьев с буквами СССР. На стартовой площадке стоит Колина ракета. На ракете звезда. Внутри ракеты пассажир Бобик. Около ракеты космонавт в снеговом скафандре. Женина работа. А самая маленькая Катя еще не успела сделать своего зайчика. У него еще нет ног, нет хвостика, нет длинных ушей. Только есть живот и голова. Вон сколько интересных вещей из снега получилось. Но устали ребята, надо отдохнуть. «Лепить больше не будем, пошли в снежки играть», – предложил Коля. «По-моему, лучше всего идти на горку, на санках спускаться», – придумала Женя. И все решили покататься на лыжах, поиграть в снежки и с горки на санках съехать. А самая маленькая Катя сказала: «Я не пойду с вами». И так, чтобы никто не слышал, про себя добавила: «Я буду зайчика лепить». Поиграли ребята в снежки, покатались на лыжах, спустились на санках с горки. И когда вернулись во двор, вдруг увидели чудесного пушистого зайчика с белыми ушами, длинными ногами и коротеньким хвостиком. И весь зайчик из снега. Его самая маленькая Катя вылепила.